под гитарную музыку, поменял имидж, наверняка поменял стиль катания, поменяла тренера, все поменяла. Сейчас она работает вместе с венгерскими специалистами, хотя до последнего времени рядом с ней в Кисенкрай Конор находился как раз один из специалистов из Армении, Гурген Варданян. Видимо, не удовлетворил результат последнего чемпионата мира. Все-таки 18 место после 7-го за год до этого. Это, конечно, разочарование. Как ждал я от Юлии Себастьян какого-то всплеска технического и душевного. Сразу видно, что человек хорошо подготовился к Олимпийским играм.